Доброе утро. Прям наидобрейшее. Да, малышню взяли. Скажи, зачем ты, мамка, малышню взяла? Они играются, они все разыгрались. Да? Вот они. Ой, ой, а ты что, Лялечка, ты на них ругаешься, что они бесятся с утра пораньше, да? Ты на них ругаешься, да? Ой, это что, у тебя прямо там настоящие разборки? Оно ры говорит. Эти животные умеют ры говорить. Да, представляешь? С утра пораньше они ры говорят. Скажи, я вижу, я еще сонный. Я еще сонный, я еще сплю. Вот он, попрыгун. Попрыгушка, стрекозушка наша, а? А Фейка и рада с ними уже беситься с утра пораньше. Фейка, ух ты. Скажи, я с ними люблю беситься даже с утра пораньше, да? А ты Соболь, наш Соболь, Соболь, Соболь. Вот он, где мамка, скажи, мамка, ты где? Викуся, бабушка, бабушка ты наша. Скажи, не-не-не, я с утра, скажи, ни с кем беситься не собираюсь. А ты скажи, вон мать пускай с ними бесится. И Фейка. Ой, милый возюканье, с утра пораньше. Все на бодряке вот на таком. Да она прям мамку так косики мамки делает, да? Лялюшка, у тебя прям грозная зверушка. Да, а ты ласковый больше, ты больше ласковый. Ты парень такой, прям, вот тебя, косики все равно делают. А хвост, как он всем говорит доброе утро, вот этот маленький ласковый хвостик. Милота наша милейся, красота красивейся. Ой, сколько радости они все-таки приносят, да? Да, 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 да. Ты приносишь радость. Иди тоже. Бесится. Ну, девчонка, прямо ягозушка. Ты маленькая, красивая, замечательная ягоза. Девчонка-ягоза, да. Ой, ой, вот они готовы беситься. Ой, и мальчишка присоединился тоже играться, говорит, буду баловаться, да? А эти говорят, а мы будем еще валяться, да, мать? Мы будем валяться, вот тебя на перинку положу, и вот так вот. Ну, а всем желаем доброго утра. Кому хочется валякаться, валяльного утра. А кому играться и беситься, и по делам бежать, вот столько же бодрости, как вот у этих маленьких. Вот этих у маленьких, таких хороших барабасик. Всех целуем, обнимаем и самого вам доброго дня желаем.